Одинцовские единороссы вручили почетные грамоты сотрудникам Введенской школы. Награды также получили представители местного родительского комитета. Школа открылась после капитального ремонта в сентябре этого года. Масштабная реконструкция учебного заведения была выполнена по президентской программе. Также был выполнен первый этап благоустройства. Он включал в себя оборудование плаца перед зданием школы, внутреннего дворика, установку освещения. Весь ход работ держали на контроле одинцовские единороссы в рамках проекта «Новая школа». При этом строительство новой образовательной инфраструктуры и капитальный ремонт имеющихся учреждений – одно из ведущих направлений народной программы партии.